Ку-ку. Я решил снять самый первый раз в Майнкрафт, потому что у меня уже набрали 20 подписчиков. И вот такой вот у меня в Майнкрафте скин. Сегодня я решил сыграть разок SkyWars. Только это будет челлендж. У меня будет прорисовка на 2 чанка. Могу даже показать. Прорисовка 2 чанка. Вот, поэтому подпишись, поставь лайк. Может, ты даже любишь SkyWars. А я играю на обычном, немножко популярном сервере Manland. Не, никакой Вендексуанда, никакого Политмена. Обычный Manland. И, кстати, я, может, скоро открою свой сервер по Майнкрафту тоже. Ну, вот так мы начинаем. Давайте. SkyWars Solo. Так. Пока что я расскажу, как в это играть. Пока у нас осталось 80 секунд. Значит, у нас здесь битва на небесах. Нужно дойти до центра и остаться одним. Это какая-то карта попугай. Ну, а так, ну, все понятно. Значит, опа, уже повезу. Я бы сказал, самый лучший спавн. Самый лучший момент, когда он будет. И подстрелить его слишком. Опа, я кого-то видел. Давайте включим хитбоксы. Может, кого-то видел. Каша никого. Охо-хо. Какой лут просто. Мне кажется, этот царян просто стрелять будут все. Нужно залутаться спереди. Потому что с таким плохим мечом я никуда не гожусь. Хотя меня так не видит никто. Все, у всех прорисовка 30 лочанка. Я им буду прорисовку менять. Так, здесь я спину. Вот, хорошо уже. Кажется, что я кого-то вижу. Ладно, пофиг. Так, тут куда мы стреладимся? Я ваша стрелка. Это тут уже нет. А вот это уже не прикольно. Вон он туда начнет. Собака. Давайте его застреляем как-нибудь. Так, там стрела. Опа! Немножко залутаюсь. Я так много не буду выбирать. Особенно ваши кирки и мотыги. На самом деле они нужны, когда закрыты в блоках. У меня однажды такой был. Так. Мне нужен. Опа! Кто-то уже нужен. Тогда меня будет видеть через хитбоксы. Все же. Так, стрелы. Ага, хорошо. Можно еще воду взять, если я упаду. Нет. Давайте еще раз. Ладно, хитбокс пока что выключу. В общем, можете просто посмотреть пока что мой скин. Я его сам недавно рисовал. Так. Что у нас будет за карты? Здесь какой-то у нас переполох, как я понимаю. Я не вижу, потому что тут мы выше двух чанков. Мне кажется, что там...
Опа, там сейчас кто-то должен быть. Мне кажется, что меня там никто не увидит. Музыка в ближайшее время не будет. Он сейчас будет. Так, начинаем. Два. Один. Прыгай! Да, у меня получилось. Нет! А, у меня одно хп осталось. Нужна еда. Ить. Похоже, только один сундук нашел. Никогда еще не такого не было. В смысле я не могу делать? Все, отлично. Теперь у меня будет капец. Так. Где второй сундук? Сейчас на кого-нибудь наковальни спросим. Теперь мне нужно как-то спускаться. Нет! Ой. Наковальни я, ну, пока что не буду использовать, потому что это слишком опасно. Дальше пойду туда. О, всё, отлично. Надеюсь, там ещё лучше. Хотя бы нормальное что-нибудь нашел. А ты ничего нормального не делаешь. Сбылось мое желание. Так, это я, значит, по-моему, так вот. Так, по-моему, теперь я не пробиваю. Я не буквально. Вот! У меня нет! У меня не стрел! Так, мне кажется, то, что... Это сундук! Эндер Перл? Нет! Ну, ничего опасного. Вот! Как он в меня попал? В смысле? Это музыка бесит. Надо было на билд батл идти. Ну а так. Все норм. Хотя да. Кажется, все нормально. И когда у меня будет через 61 секунду. Мне кажется, такая его затея будет очень долгая. Играть, когда одного игрока не хватает. Ах, хорошо, сейчас все без доната. Это очень хорошо. Потому что если бы кто-то был бы с донатом, меня бы разнесло. Что? Эта игра не перестает меня удивлять. Амату меч. Ну, камень, небесная посылка. Небесную посылку запустим.
То главное, чтобы она никуда не... Это мой был дополнительный сундук. Ой, о, на бесконечный сундук? Что он делает? Значит... А где там еще один сундук? Это было очень опасно. Ну, в небесной посылке все скучно. Как же лагает. Собака. Да, блин, у меня только 4 стрелы осталось сейчас. Вообще, у меня очень осталось. Ну что ж, у меня ухо. То эндерперо какой-нибудь выпадет. Все, хотя не, у меня же алмазы меч, я все смогу победить. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Спасибо большое за такую прекрасную вещь. Так, сундук пустой, а кто в него дострелялся вообще? Кто до этого человека дострелялся вообще? Так, мне нужно быть за оградой, чтобы не залететь. Ага, вот. Сейчас он что-то подойдет. Ой. Ай. У меня был хп. Нет. Да это невозможно. Опять попугай. Как будто... О, ура. Ура, наконец-то я нашел кого-то, кто был со мной в команде. Хотя я нарушаю правила, но не понял, как-то. Хера, не я только эксперт. Пожалуйста, только не... Эксперт и хера, хотя там... О, это хорошо, что у кого-то мало интернета. Так. Не заметил то, что когда я захожу в инвентарь, при упадании я не получаю урон. Хоть кого я обманываю? Огниво. Ой, это потом все подожгу. Так, интересно, тут есть еще сундуки? Все, ну как я вижу, нет. Знаешь, пойдем сюда. Следующий остров. Стоп, я же забыл это все поджечь. Все, бежим. Нет, тут не капсула. Допрыгнул. Эть! В смысле она поджёгся? Надо было себя окружить этим огнем. Тогда он точно поджёгся. Давайте, последняя катка будет и все. Минимум игроков 2 игрока. Нас четверо. Пожалуйста, кто-нибудь. Ладно, никого. Фоумут. Наверное, значит, типа плохое настроение или что-то этого. Но я ничего такого не знаю. Мне не пофиг.
Вот, я буду вот так вот крутиться постоянно. Мне кажется, вон тот человек вообще на меня обращает внимание не будет. Давайте посмотрим, какой вон того игрока скин. Ага, угу. А, блин, не видно. Ну, как у него друг, который сейчас не может играть. Давайте, 20 секунд осталось. 7 выбивать, я не хочу, я хотел в 4. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ой! О! На этой карте можно себе побыстрее быть. Как я это сделал? Я импровизаю. Я импровизаю. Что? Ну, этим закончится вся. Давайте посмотрим, что у нас пришло в древнем тайнике. Ну, у меня такой пик есть. Мне он не нужен. И да. На этом ролик уже заканчивается. И я обязательно прошу поставить лайк, подписаться. Да, я больше видео буду выкладывать. И может сегодня вечером тоже будет, если на этом видео будет 3 лайка. Ну все, всем спасибо за просмотр, всем пока.